Приветствую зрителей своего канала. Находитесь на синхронизации моей жизни. Давно у меня не было конкурсов. Как-то я пробовал проводить конкурс с макаронами. Есть также в плейлисте там одно видео. В этом же плейлисте у нас будет все видео, связанные с макаронами. Вот. В общем, получается, купили вот такой вот большой пакет килограмм, 4 килограмма макарон в магазине «Атак» в городе Ярославле. Вот, каждый день. Это, скорее всего, типа как лента, вроде, не могу сказать. Не знаю, нет информации у меня такой. Вот. Если у вас есть информация, можете написать. Стоит пакет 4 килограмма то ли 169 рублей, то ли 179, то ли 189. Возьмем среднюю, 179 рублей. Вот. В общем, 180 рублей, 4 килограмма. Сейчас буду фасовать по 400, по 500 грамм примерно. Вот. По 500, скорее всего. Напишите, сколько бы получается сумма 400 грамм. То есть, получается, сколько в рублях. Вот. И сколько по полкило, если можете даже в болгарских рублях написать. У меня есть давнишний подписчик, он обычно российские деньги в болгарские рубли, в общем, переводит. Так, ну, в общем, читаем, слушаем внимательно. Изготовитель. Вот видео, кстати, будет у меня на главной, так что и все видео будут касаться, больше будут у меня в плейлисте. Конкурс у меня очень простой для меня, но сложный для вас. Вот рецепт макарон, то есть вот, чтобы вы предлагаете в комментариях рецепт макарон полностью пошагово, и также пишите там ниже описание, в общем, там оптимизацию можете писать. Вот. И чтобы ролик, то есть, получается, был в десятке. Вот. То есть я без аккаунта пишу в Ютубе рецепт макарон. И чтобы мой ролик этот был до 10 там. Вот. То есть. И будет этот победитель указан. Вот. Кто выиграл, в общем, так скажем, в итоге. Вот, примерно где-то на месяц, наверное, будет у нас конкурс. Ну, пока есть макароны, так скажем. Вот. И все. Приз будет такой, что, то есть, если у вас есть канал, то несколько раз я буду говорить, что вы победитель в своих роликах. Вот. Также ваши рецепты буду закреплять. Вот. Все. Всем спасибо, смотрим. В общем, изготовитель указан в соответствии с стоящей цифрой маркировки поля даты. Россия, Белгородская область, город Щебекино, улица, так, Нижегольское шоссе, дом 15А. Так, Тульская макаронная фабрика, Россия, Тульская область, город Тула, улица Комсомольская, дом 54. И Макпром, Россия, Саратовская область, город Балашов, улица Пригородная, дом 10. Так. Макаронные изделия группы В высшего сорта, перья, состав: мука пшеничная из мягкой пшеницы, хлебопекарная, вода питьевая, содержит натуральный белок злаковых культур, глютен. Пищевая ценность 100 грамм продукта у нас. Среднее значение по белкам 10,5 грамм. Жиры 1 грамм. Углеводов 71 грамм. Вот углеводов много. Сахарный диабет, может быть. Не злоупотребляйте макаронами. Так, энергетическая ценность 1420 килоджоулей. Калорийность 340 килокалорий. Способ приготовления: засыпать изделие в кипящую подсоленную воду в соотношении 1 к 10
варить, помешивая до готовности при умеренном кипении в течение 8 минут. Вот. Хранить, в общем, крытых, защищенных от воздействия атмосферных осадков, чистых, сухих, хорошо проветриваемых, не зараженных вредителями в помещениях при относительной влажности воздуха не более 70% и температура не более плюс 35. Кстати, надо будет заняться вентиляцией на кухне. Видеоролик сниму. Так. Ну, в данный момент не делаю, потому что как начну делать, так это у меня надолго, на пару недель может, так скажем, заняться. Так. Хранение макаронных изделий вместе с товарами, имеющими специфический запах. Не допускается. Срок годности 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Дата изготовления, число, месяц, год будем смотреть на упаковке. Так, 17 марта 22 года у нас продукт. Вот, видео будет, сделаю я премьеру сегодня. Сейчас у нас 4:30, практически 20 минут 5, 7 апреля. Вот, ну все, все, вскрываем. Ножички, кстати, у меня очень хорошо с магазина Пятерочки прошли, зашли по 300 с лишним просмотров. Приобретем другие. Вот еще один ножичек надо там для мяса такой кухонный приобрести. Вот, кстати, тупой уже можно поточить и также видеоролик записать, засинхронизировать. Но этим больше всего ножичком работаю, поэтому чаще всего он и тупится у нас. От того, что в доме не наточены ножи. Кстати, не знаете, откуда это? То ли поговорка, то ли песня. Всех, кстати, с праздником поздравляю. Сегодня Благовещение, церковный праздник. Так, ну вот, пакетики. Тут один у нас неровно оторван. Его можно сделать как бой, то есть на что-либо. О, макарон, да? Сколько? Сейчас пост. Самое то. Есть макароны и есть картошку. Вот это вообще дело. О, давно я таким не занимался. Тут хотел как-то пристегнуться, когда приобрели. Думал, 10 килограмм картошки почистить. Видосики записать, но что-то не особо потом картошка пошла, вначале все наелись, и потом все дело не стали. Ну, макароны, что-то сейчас не знаю, как говорится, поперли, нормально дело. Я, кстати, в жизни всего, наверное, варил, притваривал один раз макароны. Вот чего-чего не умею, так это варить макароны. Ну, и самое главное, что не хочу. Верно. Ну вот. Так, это у нас бой. Ну, в общем, смотрите, как я сделаю. Сделаю по полкило. Напишите, вот 180 рублей 4 килограмма, сколько это будет за упаковку 400 грамм и за 450 грамм, потому что на полкило продаются редко, только на развес, а вот в основном по 400 грамм и по 450. Напишите цену макаронных изделий, сколько у вас там, в какой области стоит. Не обязательно город писать, можно область написать. Не знаю, я в этот атак сходил, ничего там особо нету, цены там на порядок дороже обычных Дикси, Магнита, Пятерочки. Раньше вот все говорили, каруселька дешевая, карусельки на 30% вообще ничего, все дороже. Надо бы в этот какой-нибудь Ашангу съездить, вот. Такое. Вот прикольно был котенка, когда отвозил в Заволжский район. Вот. За
сюда 5 тысяч продал, но плюс за дорогу получается, то есть полторы заплатили. Ну, мне обошлось там 300 рублей на бензин, то есть 6200 чистыми. Это для БМ, в случае чего. Вот. В общем, ну, по полкило, чтобы нормально было. Мне вот нравится, когда вот их отварить и потом обжаривать на нерафинированном масле. Вообще бомбически. Вот такие вот видеоролики лучше всего проводить трансляции. Сейчас трансляции уже с месяц больше у меня не запускаются. По неизвестным причинам. Вот. Поэтому память в телефоне я освободил. У меня сейчас 80 гигов памяти свободно. Поэтому, в общем, буду в случае что записывать такие видео и делать премьеры. Ну, к примеру, там на 8 часов вечера, на 21, на 22 часа. Самое то. Ну, сейчас сразу, кстати, лучше приготовлю пакетики. И все. Ну, конкурс поняли, да? Что, в общем, пишите рецепты. Пишите название, в общем, ролика, пишите рецепты приготовления и описание. Вот. У меня получается, я готовлю только без фанатизма. В данный момент рецепты макарон, так как пост идет, а я соблюдаю диету. Поэтому рука, кстати, более-менее такая, не этот самый, не пыльная. Мы там знаем, что раньше были макароны. Такая, потом, ну, такая белая, их промывали, какая-то белая муть была. Ну, это, скорее всего, мука. Ну, вот. В общем, я готовлю рецепт макарон там. Допустим, макароны по-флотски. Но это уже после Пасхи, ребята. Ну, 10 дней осталось у нас до Вербного воскресенья. Потом Страстная неделя. И вот тогда мы разговеемся. Миска взять. Можно было бы стрим завести. Так, в случае чего буду видео записывать. Ну, видео единственное загружается. Вот сейчас со стабилизацией записываю ролик. Вот. Он как бы быстро загрузится там. В течение часа. А если без стабилизации... 4 кадра примерно где-то 2,5 часа будет грузиться. Прикольно, мне вообще нравится таким делом заниматься. Фасовка, что-нибудь такое. Скорее всего, редко, если часто, так, наверное, бы не понравилось. Вот, обжаривать на нерафинированном масле вообще. И что у нас там получается? В общем, написали название, написали рецепт, написали описание в комментариях, да? Я готовлю, пишу название этого ролика. А потом в итоге через неделю смотрю, то есть набираю два слова. Рецепт макарон. И смотрю, есть у меня этот ролик здесь десятки или нет. Вот, если будет, допустим, несколько роликов, да, разных зрителей моего канала, подписчиков, значит, на видео скажу, вот, то есть, еще тогда рецептик там. И вот, к примеру, три ролика, когда... будут. Именно от одного зрителя моего канала, то он получается и победил. То есть я записываю ролик, говорю, что он победитель. И
будет приятно, и другие будут знать. Ну, а если, конечно, не будет победителей, то запишу ролик, объявлю благодарность, кто принимал участие, но уже без победителя. Руки вымыл, не переживайте, ребята. Смотрите, примерно очень все одинаково, видите, да? Но тут меньше. Тут почти так. Ну, вообще, давненько хотел записать такое видео, уже неделю, если честно, записываю. Вот это все никак не мог, но сейчас собрался. Вот, ну там вообще поменьше всего. Вот эти вот поменьше. Сюда, значит. Ну так, в случае чего, дело вообще отлично открыли. Сразу отварили, приготовили. Ну все, тут чуть побольше, тут чуть поменьше. Тут совсем мало. Ну сюда все досыпаем. Так что не знаю, кто говорит, что макароны дорогие. По мне так совсем недорогие. Пакет, кстати, хороший. Пакет хороший. Пакет пригодится. Пакет я вот так вот ножницами немножко выровню. Пускай будет, допустим, в машину, в багажник что-нибудь. Под инструмент какой-нибудь. Да ту же самую тряпки из-под масла ложить. Чтобы они не валялись, а вот именно чтобы чистенько все было. В хозяйстве все пригодится. У хорошего хозяина можете продолжить поговорку. Вот у плохого хозяина, это, конечно, да. А вот можно даже в этот пакетик его и положить. Можно даже не вынуть. Вообще. Вот, вот. Рваный. Ну все, в общем. Так, воздух выпускаем. Завязываем. Завязываем разными способами. Видите, все. Кто не знает, тот учится тоже. Дело полезное. Ну так можно завязать, как грибочки. Выпускайте, чтобы больше места было. Так, ну я думаю, что до конца мая точно хватит дела. Вот. Рецепты без мяса, так что можно там что-нибудь с овощами, но без фанатизма. Лучше всего как можно проще. Проще рецепты.
Чем проще, тем лучше. Важен результат в нашем деле. Работаем на результат. Ну, 4 килограмма. Ну, это не то, что на 8 раз. Вот, можно и на 10 и 12 раз. Все, всем подписываемся, пишем комментарии. Всем до новых встреч. Спасибо за просмотр. Тот, кто пишет и ставит лайки.